Атаман. Прекрасный, милый атаман. Ой, как мне нравится этот принт. Но сейчас коротко про атаман. Атаман — это трикотажное полотно. Чуть-чуть тянется поперек, а вдоль тянется прям вот хорошо. Имеет поперечный рубчик от кромки к кромке. Вот как у репса. Репсовая ткань, представляете? А это вот на трикотажном полотне этот мелкий-мелкий рубчик. Теперь про расцветки. Боже, боже. Вот эти вот кисельные реки, молочные берега. Ну и кайма есть, да. С одной стороны есть кайма. Хотя целиком, если... Вот, вот. И второй цвет... Восхитительный, волшебный. Просто вот это вот, вот это вот, оно такое, такое, такое. Я бы лично кайму не использовала, а использовала только вот это, вот это, вот это, вот это, да, да.